Министерство социального развития Московской области сообщает, что проведение 25-й международной специализированной выставки безопасности «Охрана труда 2021» перенесено на период с 7 по 10 декабря. Место проведения выставки – Москва, экспоцентр, павильоны номер 3 и 7. Приглашаются подмосковные предприятия и организации, в том числе муниципальные образовательные учреждения, расположенные на территории муниципальных образований.